«Я сама мода». У областной библиотеки имя Ленина працуе выстава часопісаў с книжной коллекцией князёў Паскевічаў. Французские периодичные выдания конца 19-го, початку 20-го стагодзяў адлюстроўваюць свет моды и яе тенденции. На сторонках часопісаў ярко и подрабязна представлены модели жаночых вобразов и дитячих нарадов, а так само выкройки до их. Дополнили экспозицию вышивки и романтичные паштовки. Выстава адлюстроўвае свет захаплення у француже на рубяжы стагоддзяў, моду, рукадзелле і чытання. Так, напрыклад, сярод экспанатаў мініяцюрныя кнігі, якія дамы бралі з сабой на прагулку. Кроме чтения и вышивки, девушки рубежа веков интересовались также гербарием. Популярным занятием было вложение в книги некоторых цветочков или каких-то травинок. Вот в одной из книг 19 века действительно находился засушенный цветок Анютины глазки, который наверняка напоминал девушке о примечательной встрече, а возможно и романтическом свидании. Познакомиться со светом моды минулых стагодзяў можно до 8 красавіка.